Всем привет, вы смотрите семейный влог Инжик Лайф, и сегодня мы находимся в открытом море на пляже Голубая Бухта. Это одно из самых наших любимейших мест. Посещаем мы его, этот пляж, достаточно часто. Любим его за чистоту, за ухоженность и такую уединенность, потому что людей здесь не очень много. Вот, и сегодня мы хотели бы здесь немножко позагорать и искупаться в теплом, еще не остывшем осеннем море. Погодка отличная, тепло, ветер небольшой. И самое главное, что море позволяет нам окунуться, потому что нет сильного шторма. Сегодня фактически штиль. Взял с собой удочку, может быть, закину пару раз, может, кефалину выловлю, не знаю. В общем, посмотрим, что будет дальше. Сейчас пока гуляем. Не представляется возможным пройти дальше, хотя я помню зимой, травы было не очень много, это можно было реализовать. Не полезу в самые дебри, сейчас я вам сниму небольшую панораму сверху, вон мама с Вадиком отдыхают. Сейчас я вниз спущусь и составлю им компанию. Эта часть пляжа более чистая, особенно ближе, наверное, к пирсу. Убирает эту территорию санаторий Голубая Бухта. Вот. А если смотреть сюда, то здесь уже, конечно, начинается мусор, который пробивается морем. Ну, чаще всего, конечно, деревяшки. Ну и пластик, разумеется, тоже. Вот. Летом, конечно, его меньше, потому что многие здесь любят делать штуки, и деревяшки, как правило, уходят вместо углей на растопку. Закрытая территория, прогуляться, к сожалению, здесь не удастся. Здесь работает охранник, он не пускает без пропусков. Поэтому туда мы не пойдем сегодня. Линией береговой также можно пройти на ту сторону, это возможно. И там дальше будет тоже еще один пляж, что тоже очень многие любят, ну, местные люди, отдыхающие, приезжие, тоже любят этот пляж использовать. Очень тоже такой чистенький, и спуск в море хороший. Покажу сейчас на увеличение. Ну, вот это вот одна из его частей, этого пляжа. И, как видите, здесь мусора не видно. Тоже хороший пляжик. Тоже можно его использовать. Солнце зашло за тучу. И поднялся небольшой ветерок. Но он не мешает. В общем, будем двигаться. Дикий терновник. Ягодка съедобная, но невкусная. Поэтому проходим мимо. Блин. Надеюсь, это не гадюка. Или гадюка. Вы мне скажете, уважаемые зрители, что же это за зверь такой? Надеюсь, не гадюка. Но это не ящерица, потому что она не имеет лапок. Возможно, это желтопузик. Но пузико у него не желтое. А гадюка вроде окрас имеет немножко другой. Поэтому сейчас вам покажу поближе. В общем, трогать руками неизвестных мне зверей я отказываюсь. Потому что чревато. Мама первая залезла в воду, и судя по ее довольному выражению лица, водичка теплая сегодня. За буйки не заплывай! Покажу вам осеннюю панораму Голубой Бухты. Людей действительно много. Солнышко позволяет немножко поваляться на пляже, забатониться, так сказать, и немножко позагорать. Не каждый, конечно, осмеливается искупаться, потому что водичка прохладная сегодня. Но вообще, как бы, да, уже не лето, сами понимаете. И не каждый отваживается на то, чтобы освежиться в Черном море. Но я не из таких, вы сами знаете, неужели я пропущу такую возможность, не искупаясь в чистом
в открытом море? Конечно же нет, пойду купаться. Планили сейчас мы его пустим. Друзья, я честно выстоял 5 минут, но температура воды ни на грамм не уменьшилась. Также 21-2 градуса. Вода действительно по ощущениям теплая в море. И я сейчас обязательно пойду окунусь. Вот, но не знаю. Может быть, конечно, у меня немножко глючит. Че? Все, пойду немножко освежусь. Друзья, водичка очень теплая, солнышко позволяет даже не использовать полотенце, просто немножко постоять и обсохнуть самостоятельно. В общем, ощущение потрясающее. Еще раз сейчас пойдем. Закинул старик невод в море и стал ждать на свою золотую рыбку. И лишь запуталась леска в камнях, что пришлось за ней в воду лезти. Засучил он тогда штанину повыше. И полез он в самую глубь. А пока лез он в эту глубь глубокую, вспомнил, что удочку-то он на берегу оставил. Дай мне снасть мою. Вот твоя снасть. Спасибо. Много рыбы. То ли сказка не та, то ли руки из жопы. Сейчас мы пройдем там, где еще никогда не ходили. А именно хотим срезать напрямую и выйти вот на тот пляж дальний. Водичка сегодня отличная, теплая и прозрачная. Нет шторма, волны не сильные, поэтому... Ой, спасибо, это нам... Спасибо. Поэтому купаться одно удовольствие. Из воды реально не хочется вылезать, потому что по ощущениям даже в воде комфортно находиться, чем на воздухе. То есть ветер обдувает немножко, поэтому создается такая прохлада. А здесь в воде чувствую себя очень комфортно. Проходя здесь, я стараюсь смотреть наверх, нежели под ноги, потому что, во-первых, из безопасности, во-вторых, из-за эстетики. А внизу неприятно идти, смотреть, поэтому верхушка потрясающая, очень красиво. Наверное, в следующий раз мы лучше пройдем это расстояние городом. По хорошей асфальтированной дорожке.
заодно покажем населенный пункт сам, да, домами. Ну и, конечно же, сегодня мы тоже это сделаем, по возможности, пока пойдем к остановке. Вот, здесь сплошные водоросли, большое количество этих водорослей, они уже высохшие. Пахнет очень сильно йодом. И такое ощущение, как будто идешь просто по какой-то городской свалке. Ноги проваливаются. И не очень приятно. Лучше по камешкам прыгать. Ужас какой. Люди, что вы делаете с морем, а? Неужели нельзя все это дело с собой взять, убрать? В общем, там почище дальше. Здесь вообще не айс. Итак, вот мы вышли уже с пляжа. Будем подниматься вверх по улице. К ближайшей остановке, чтобы ехать домой. Водичка стекает. Это небольшой ручеек, типа горная речка. Здесь можно подняться выше. Вот по такой вот импровизированной лестнице. Красиво сделано очень. Пройти аллеей, тоже наверх подняться и погулять. Вот он, собственно, сам пляжик. Немножко почище, чем там, но в целом тоже есть до чего докопаться в плане чистоты. Вот. Но мы на это обращать внимание не будем. Мы уже свою сегодняшнюю миссию выполнили. Получили заряд бодрости и отличного настроения. Искупались. И сейчас будем двигаться к дому. Идем вперед. Голубая бухта. Пока-пока. Еще приедем, еще понавестим. И покажем, и расскажем. Кстати, улица санаторная. Та улица, по которой мы двигаемся, она не асфальтирована. Здесь в основном частный сектор расположен. А за этим забором, если у вас есть какая-то информация, поделитесь ей. Я думаю, многим будет интересно, что же именно располагается за этим большим длинным забором. Возможно, какая-то база отдыха. Возможно, санаторий заброшенный. Территория достаточно большая и охраняется, как вы слышите, собаками. Так, санаторная улица здесь заканчивается. И мы выходим. Мы выходим на улицу. Какую? Вот сюда надо идти. О, так она и называется, очень скромно и все понятно. Улица Голубая Бухта. Что, машина едет? Ну, далеко они от нас, машинки. Сейчас я загуглю, куда, в какую сторону двигаться. Здесь ближайший автобус. Автобус, по идее, должен быть вон там. То есть нам, по идее, туда надо идти, возможно. Сейчас посмотрим. Широкая, неасфальтированная улочка. Много частного сектора. И мы сейчас узнаем, как называется эта улица. Да ладно, вот это поворот. Она продолжается здесь и двигается до самого конца. Друзья, если вы заблудились, вы всегда можете скачать приложение Дубль ГИС, либо Яндекс карты, либо Google карты и так далее. Включить режим геолокации на своем телефоне и определить свое местоположение. Это будет проще. Проще вам определиться, где вы находитесь и куда идти, в какую сторону для ближайшего места, где ходит транспорт. В общем, улица Фруктовая перед вами. Красивая тоже улочка, но не похожа, если честно. Они все не асфальтированы и двигаются далеко-далеко в горы. Пока ничего такого выдающегося я здесь не увидел. Подскажи, нам в город нужно? У Ерики, садитесь. Да? Отлично. Конечно. Все, отлично. Друзья, пора с вами прощаться, но ненадолго.
С вами был Геленджик Лайф. Не забывайте подписываться на наше новое видео. Я думаю, вам это сделать будет несложно, а нам будет очень приятно. Нажимайте колокольчики и оставьте свои комментарии. Все, всем пока, до новых встреч!